А я думаю, что, блин, не так? На последней покатушке в лес согнул подножку. Уехала вперед. Я так понимаю, что когда сдавал, уперся вот сюда в пень и сдвинул ее. Блин, как бы ее сейчас на место поставить и не оторвать. Потому что здесь творилась сварка. Ёшкин матрёшкин. Вот террас. Ладно, пробуем. Совсем другое дело. Практически выровнялось. Нужно будет объехать вот это поваленное дерево. Его нужно будет объехать вот здесь. Сложность в том, что, во-первых, тут глубокая лужа, лед, а во-вторых, вот там пни, есть только один маршрут, ну, деревья, естественно, есть только один маршрут, который позволяет объехать более-менее безболезненно. Ну, сейчас попробуем это все заснять. С первым препятствием покончено. Заехал сюда, парочку деревьев повалил маленьких, они тут и так тухлые,
Давайте посмотрим, что было под снегом. Стоит вода. Ну, а здесь практически лягушки квакают. Коварно ездит по зимнему лесу, даже по знакомому. Вроде как знакомая лужа, но снега подвалило конкретно. Там дальше никто почти не ездил. Так, сейчас дальше рванем. Что ждет дальше? Дальше ждет объезд поваленного дерева. Вот здесь кто-то на квадрике объехал. Это неправильный путь. Ну, точнее, для квадрика путь нормальный. А для меня нет. Вот этот пень. Об этот пень я в прошлый раз погнул подножку, поэтому здесь проезжать не вариант. Ехать буду вот по этой траектории, пытаясь проехать между вот этим пнем и вот этими поваленными деревьями в притирочку. Вот здесь к дереву должен проехать. Скажете, было тяжело? Я скажу, нет. Совсем не тяжело. Давайте глянем, что нас здесь ждало. Вот такие вот ямки. Как-то вам показать их масштаб. Грязища. Вот пенек. Вот поваленные деревья. Вот идеальная траектория. Так, дальше будет легко до момента проезда поваленной елки, на котором мы потом остановимся попозже. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам лыжню.
сейчас будет гораздо проще проехать. Тут смысл в том, что вот эти бревна практически аккуратно лежат по колее. Ну, нужно будет здесь просочиться. Дорога же есть.
выглядит эта дорожка. Ну что, вот так вот выглядит эта дорожка. Сложно или нет? Я бы сказал, что не сложно, но некоторые места нахрапом не пройдешь. Нужно потренироваться, как говорится. Поэтому всем пиз. Лыжню я нифига не попортил. Пока я тут не проехал, тут было снега по колено. Так как я здесь раз в две недели катаюсь, соответственно, как бы проделываю сразу две дорожки. Одну для пешеходов, а вторую для лыжников. Всем пока, спасибо за просмотр.